Победить обстоятельства, дикую природу и самого себя. В июне в кинотеатрах покажут фильмы о преодолении трудных испытаний. «Джулур. Масс-рестлинг». Прокатится 2 июня. Джулур жил в маленькой якутской деревне со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой. Случайно он открыл в себе талант масс-рестлера, но внезапно бабушка умерла. Сестренку увезли органы опеки, а жилье отобрали коллекторы из-за долгов. Джулур отправился в Якутск искать работу. Там он узнает, что скоро пройдет крупнейший в республике чемпионат по масс-рестлингу. Чтобы семья снова была вместе, ему нужна эта победа. Фильм «Одна» в кино с 9 июня, 1981 год. Гражданский борт, следовавший рейсом Комсомольск-на-Амуре-Благовещенск, столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. В такой катастрофе выжить не мог никто, но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна сотворить чудо, на которое способен только сильный духом человек.